Но я считаю, что Казахстан уже космическая держава. Наша страна расположена в географической стратегической зоне. Быстрая информация, передача информации. Достижение космоса нам помогло достичь. Но я считаю, что Казахстан уже космическая держава, потому что у нас есть наш Байконур, с которого летают прекрасные ракеты. Есть свои космонавты. Правильно, мы ими гордимся. А то, что они летают и делают исследования, это же все для народа, для людей, правильно? Я считаю, что Казахстан в будущем, возможно, будет космической державой, потому что для этого у нас есть все, учитывая, что мы расположены, наша страна расположена в географической стратегической зоне. По сути, тот же самый интернет. Вот. Быстрая информация, передача информации. Какие-то технологии, знаете, в вещах бывают. Всякие мембранные ткани, вот аналогично, использовались в скафандрах. Самое главное от нашего руководства, правительства. А так у нас все есть, свой Байконур практически, свои космонавты, летчики. Я думаю, Казахстан в дальнейшем должен уже иметь как бы свой потенциал. Не зря же так это все. Достижение человечества, это помогло развить технику, то, что даже обычный Wi-Fi, который мы каждый день используем, это является открытием. Если бы даже телевизоры, они освещаются с помощью спутников. Достижение космоса нам помогло достичь глобализации и так далее.